Греческая речь и культура хорошо знакомы и любимы анапчанами. Выступления консула слушали с большим вниманием. Эфрагиска Скастелена, судя по всему, ощущал эту теплоту зала. Мне было очень радостно и отрадно о том, что как раз-таки все мероприятия по году Греции в России будут проводиться в нашей периферии, будут проводиться именно в городе Анапа. Год Греции в России, объявленный президентом страны, наполнен множеством значимых и ярких мероприятий, которые пройдут в нашем городе. О том, какими событиями будет наполнен этот год взаимного культурного обмена, рассказала начальник управления культуры Марина Мильникова. Глава города подчеркнул их значимость и степень ответственности за уровень организации. Сегодня перед всеми нами стоит серьезная задача – провести весь комплекс намеченных мероприятий на самом высоком организационном уровне. Я уверен, что у нас для этого есть все силы и возможности. Все фестивали, концерты, соревнования, праздничные и памятные акции, я уверен, пройдут безупречно. Мы их так организуем и проведем. Вернее, правильно будет сказать, вы организуете и проведете, а мы вам поможем. Председатель Анапской местной общественной организации «Горгиппия» Андрей Папандопола акцентировал свое внимание на мероприятия краевого масштаба и пообещал серьезную поддержку. Среди таких мероприятий конкурс «Серебряная лира». Хочется сказать нашим председателям греческой общины, будет проходить, как было сказано, «Серебряная лира». Это, кто не знает, игра на греческом инструменте. Здесь бы хотелось, что для наших победителей, мы подумаем среди наших общин, сделать очень весомый приз. Не просто там игрушка, не просто там что-то. А для того, чтобы мы могли стимулировать нашу молодежь, а сегодня заметно по всему краю, и в Новороссийске, и в Геленджике, и в Краснодаре, молодежь начала, подростки, тянуться к восстановлению своих традиций для того, чтобы сохранить игру на древнем инструменте. Среди участников встречи присутствовали и выступили председатели национальных автономий городов Сочи, Геленджика, Новороссийска, Крымска, Майкопа и Армавира. В знак нерушимой дружбы и сотрудничества генеральный консул Греции вручил приветственный адрес нашему городу, в который устремляется символическая греческая ладья дружеского общения и обмена лучшими культурными и спортивными событиями.